Сегодня губернатор Василий Голубев внес новый законопроект на рассмотрение Донского парламента. Он предусматривает сохранение региональных льгот до выхода на пенсию. По мнению главы региона, принять соответствующие поправки необходимо на первом же заседании законодательного собрания. Василий Голубев также предложил законодательно закрепить возможность досрочного получения права на областные льготы. Но только в тех случаях, когда по новому законодательству пенсия будет назначаться досрочно, например, пособие по инвалидности.